Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, а мы продолжаем метро Эксодус. В прошлой серии мы зачистили бункер, спасли Аньку, которая сюда упала и лежала без сознания. А сейчас мы отправляемся к полковнику. Но перед этим, я думаю, надо еще раз зайти в тот домик. Блин. У меня патриков нет, жесть. Что делать? Зайти в тот домик, где был верстак. Так, ты ж не проснешься? Спи, маленький, спи. Мы тихо пройдем, тебя трогать не будем. Да? Все спокойненько. Блин. Сука проснулась. На! Бежим отсюда. Да ну за шо? Где этот дом? Давай, 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 давай. Так, отвалите, ребята. Капец у вас здесь! Ходила по-тихому. Можно вы от меня отстанете? Нет? Ну, пожалуйста. Все, это не ваша территория. Жесть, конечно. Так, чаечек. Блин, аптечку пришлось использовать. Блин, тут же был верстак. Или нет? Я уже забыла. Нет. Так, вспоминаем, где верстак. Здесь мы приплыли. Здесь мы поднялись в дом. Поубивали этих чертей. Не, верстака здесь не было. Тут был миленький домик. Надо возвращаться к тому бункеру. О, рыбешка. И там, по-моему, сверху дом был. А я что-то сюда побежала. Бля. Я надеюсь, вы меня потеряли уже.
Тёмыч, давай. Да. Мы упали вот сюда, а дом он. Ну, класс. Я опять забыла поставить таймер. Ничего удивительного. Там, да-да. Ну, хотя бы плюс одна аптечка уже хорошо. Что у нас тут по оружку? Почистить. Почистили. Установили. Тут стабильный слот, что тут магазин больше. Пускай лучше пока так останется. Ну все, больше мы ничего сделать не можем. Давайте поспим немного. Восстановим свое здоровье до утра. Ночью ходить не хочу. Опять-таки. Пускай мельник нас ждет. Здоровье восстановили. Теперь можно и идти. Смотрим на карту. Нам надо в ту сторону пообщаться. Ребятня, вы еще... О, день. Здесь можно пройти. Да, здесь можно пройти. Лишь бы эти собаки не согрелись, блин. Сука, увидел. Все. Меня здесь нет. Покедушки. Тёма, давай, не застревай. А лодку мы тому челу оставили, походу. Так. Ой, убрать оружие. Нужно было починить на верстаке. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. Сейчас пойдем поговорим. А ну, мельник, иди сюда. Катька, что там? Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Да не бойся, я сейчас все решу. Вас там сожрут святоши эти. Ну, ладно уж, сожрут. До сих пор не сожрали. Да он не только из-за места переживает. Вы его тоже поймите.
Может, нам с боем придется прорваться. Да и прорвемся, типа, когда. Вот эта Катька хорошо понравилась. Что там дальше будет. Вот, смотрите, как ручка приобнимает. Так я пригожусь. Я ведь лечить могу. И про мост я рассказала, что опустить можно его. Да, я же ему сказала про вагон в депо. Мы на нем приехали. Он удобный. Специально для долгой поездки готовили. Дядя Артем, возьмите нас, пожалуйста. Сейчас возьму. Я буду себя хорошо вести и помогать буду. Честно-честно. Настена, не доставай дядю Артема. Не переживай, Настена. Дядя Артем с нашим командиром поговорит и все решится. Ух ты! Дядя Артем главнее страшного командира с железными ногами. Ура! Ой, тише, доченька, так нельзя. Этот старый дед. Ну нет, дядя Мельник у нас самый главный. Но мнение дяди Артема он очень уважает. Да, дядя Артем? Да, дядя Степан. Я уж и сам за этим вагоном собрался было. Да куда там? Пост, оккупанты, трибунал. Ну ты в курсе. Так что вы, Саня, уж постарайтесь на него повлиять. Блин, тут в игре то нормально слышно. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? То тихо. Заберем, конечно. Не переживайте. Ляш, я еще не поговорила, а ты уже обещаешь. Сюда заходить можно? А он сидит. Привет, Артем. Добро пожаловать в экипаж. Ну, что не нажимается? Спасибо, я подведу. Че, я думала верстак. Артем, поднимись в руку. Привет, Артем. Видишь, как все срослось? Ты уже здесь. Садись. Окей. Артем, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. Ну, рассказывай. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. Какой а если попытаются, план? Мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Не, но мы постараемся все по-тихому, там как посмотрим. Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней. Так дочка твоя тоже как здесь. Как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. Отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в походах валетом спать? Ай, ты явилась. Старый совсем помешался на войне. Достанем. Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христа не пущу, мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. А теперь я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, конечно. Кто, как не Артем. Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост – основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от резины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Кармашек-то не маленький. Товар привезли. Ну, страшное дело. Из стольких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Окей. Но ночью тоже не того. Того не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться.
Артём, я в тот район князя в дозор отправил. Блин, и что теперь делать? Связь там не важна, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Все? Заданий больше не будет? Опять понадавали кучу дел. Сидят тут. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Новые модификации. Так, сначала можешь мы... Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Соберем аптечки. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такое оружейки, как у меня, противогаз надо нет. Починить. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Окей. А здесь потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихаря кое-что сделал. Попробуй установить. Сейчас устанавливаем. Ну, класс. Не буду задерживать. Ну все. Все готово, это чистить надо. Да. Этот надо. Почистили тут что? Давайте это. Тут чуть-чуть больше урона. Тут вообще много урона. Ладно, все-таки это будет. Ну, вроде все, аптечки наделали. Модификации поставили. С тобой разговаривать нужно? Что ты делаешь? Ну, ладно. Рюкзак-то как, пригодился? Удобный? Удобный. Ха-ха. Ну, я же говорил, мировая вещь получилась. Аня, спасибо вам с Артёмом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Да погоди, мы ещё вагон не вернули. Этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артёму удачи пожелать. Да-да, вот именно, Анька. Конечно, дело говорит. Артём, пусть вас Бог хранит. И вам, Стёпа, спасибо. Опа. Подеяли да чары. Не стоит благодарности. Дядя Артём, вы ведь на задание, да? Господи, ты где? Я попросить хотела. Ну-ка, спряталась. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл. Летающий. Страшный. Где а баки? Они там живут. Вон там? Он демонятам своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Ну, постараемся вернуть. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда-правда. Они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Чё, блин, я думаю, что это такое? Это зайцы. Так, ночью светятся. Это, я понимаю, можно поспать. А где только поспать? Мы модификацию взяли, наверное, тут.
Нет? Спать нельзя? Не дают. Так, вперед. Что у нас на карте? План дальнейших действий у нас есть. Захватить буксир торговцев и взять на абордаж город на мосту. После чего опустить подъемную секцию и пересечь реку. Звучит непросто. А пока суть до дела, экипаж Авроры растет. Сначала Крес, потом Катя с дочкой. У нашего путешествия начинает появляться какой-то реальный смысл. Зато ребром стал вопрос жилплощади. Так что теперь мне надо отправиться в терминал, где Крес спрятал свою дрезину. И с помощью нее доставить к Авроре пассажирский вагон из старого депо. Так, еще раз карта. Ого. Ну, мельник нам сказал за князя. Он где-то здесь. Здорово, Артем. Здорово. И еще. Я там гитару слышал. Звучит хорошо. А вот гитарист — это кошмар. Я, конечно, понимаю, опасно, все такое, но если получится, спаси инструмент. Эй, это что у вас за концерт по заявкам на рабочей чистоте? Боец на задании, нехер его нагружать всякой ерундой. Все, все, товарищ полковник, уже ничего. Эх, распустил я вас. Ладно, конец связи. Тут эта хрень летающая забрала мишку у девочки. Как будто в штана. Мишку принести, гитару отжать, дрезину поехать забрать. Пойти забрать. Чё ещё-то? Дозиметр... Потом этот лысый, который нам за дрезину говорил, как его, я уже забыла, показывал, что живут где-то бандиты. На вышку он показывал. Надо будет забрать тогда, пойти оттуда гитару. Привет, Артём! Привет. Все. Задания больше нет. Ну и хорошо. Анька, ты что скажешь? Опять на Артём, дежурстве? Я ведь тебя так и не поблагодарила как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Потом поблагодаришь. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Бегу. Возвращайся скорее. И от радиации держись подальше. Привет, Артём! Сколько лет, сколько зим! Ну что идёт тут? Привет, Артём! Да мы как будто с вами давным-давно не виделись. Не забывайте сохранять игру. Окей. Быстрое сохранение. А, он. Походу. Князь. Правильно ж? Спрятали оружие и побежали. Князь, ты тут? Фонарик. А, вот.
Нормально. Сбросила приманку. Думали, не замечу. Кто тут? Артём, мельник на проводе. Даю координаты князя. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Хорошо. Все, лута больше никакого нет. Чем я тут думала, она нас куда нападет. Ну, выходи. Ой. А он типа меня не видит или чё? Так. Может, все-таки сначала гитару? Я так поняла, что она у там. Вот они. Конечно же, по-тихому не получилось. Я не удивлена. А, конечно, у меня же нет оружия. Стоп, убили, можно же залутать. Блин. Есть оружие. Чизас. С бандитами разговор короткий. Где вы там еще? Все?
Ща поможем, погоди. Давайте сначала освободим чела. А, тут радиации нет, чё я хожу? Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Угу. Сначала называйте меня сатанистом. Я вижу. Еретиком. Еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех. А тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток. Да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Спасибо. Давайте все здесь залутаем. Give me the loot. Так, тут все забрали. Поднимаемся выше. Есть. Дальше хода нет. Опа. Ага, дверь. Есть. Забираем модификацию. Поднимаемся. Давайте послушаем. Семён, вот всё. То можно убрать? Теперь на коне. Нет. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной трясине я манал платформу 200 километров толкать. Понятно. А, вот она. Серёга отправляет тебе. Он ведь твой отведёт. Дизель, сразу загоните братьев. Они нормальную цену давали. Потому что если пойдем к князю, может еще какое-то задание попадется. Ты понял, Семён? Не торгует. Как остальные того, что знают. Ну, можно туда. Твой корыто будет на вес золота. Погнали. Быстро вернемся. Отыграем. Чуть прибытком. Давай, Семён. Блин, это потом как оттуда забираться? Что у нас по заданию? Нам же нужно к князю, правильно? В ту сторону. И сейчас узнаем, что здесь. Скорее всего, какой-то клад, о котором говорил местный житель. Ну или просто какая-то зона. Блин. Чела, ну идите сюда. Я вас буду сверху отстреливать. Ты зеленый какой-то, наверное. А ну не кидайся. А ну подходите, подходите. Пиздец.
был план капкан, загорели сами. Не, ну чё, в принципе, с этим оружком можно туда. Правда, как потом оттуда перебраться. Еще заход. Интересно, заметит или нет. Давайте посмотрим на карту, пока они там ходят. Орёт там что-то стоит. Лучше, конечно. Там крабы, здесь какие-то придурки. Блин. Сука, опять застряла. Погнали, погнали. Еще красного цвета какие-то. Не форчи. Все, потеряли? Нет, не потеряли. Или тут еще есть? Так, где потеряли, сейчас снова могут найти. Труселя какие модные. Хватит, пожалуйста. Так, все, ребята, потеряйте меня, пожалуйста. О, так это мы здесь были. Разве нет?
Очень похоже на это место, где мы были. Капец, со всех сторон. То что с ними делать? Все, больше нету. Так, ну мы здесь побродили. Артём, давай не выдрыпайся. Ни хрена себе. Ты иди ложись спать. Одни твари везде. Какие-то лысые черти в трусах. Правильно, иди ложись спать. Креветка напала. Эти здесь ходят. Побежали, 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 побежали. Здесь мы уже были. Но не застревай ты, пожалуйста. Это какая-то жесть. Здрасте. Ушла в ту сторону, пришла с этой. Кому там гитару надо было отдать? Рад тебя видеть в добром здравии, Артём. Да какое доброе здравие?
Хорошо, что нас не заметили. Это какие-то другие. Пиздец. Ребят, давайте как-то без меня. Опа! Князь, наконец-то. Ну здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Хорошо, слышал, ты ниндзя. На терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. Угу. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну, чё, князь, зачистим, не переживай. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Хорошо, тогда мы пойдем конечно, в самый последний момент. Конечно, когда выдвигаться тебе решать. Но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Че, борода была разве такая? Танишки в клеточку. Давайте починим свое снаряжение. Конечно, сделаем аптечки. Сколько есть. Конечно же, ни на что не хватает. Ой, я, кстати... Ларушка-то оставила. Давайте. Пусть лучше будет так урона больше. Угу. Все, больше ничего нового нет. Все почистили. Не забывай за противогаз. Надо его починить. Почему-то будем без него делать. Все. Ну, я думаю, конечно, лучше пойти будет по ночному, чтобы попытаться максимально сделать все по стелсу. Поэтому давайте ляжем спать. А пока Артём ложится спать, мы с вами заканчиваем эту серию. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте.
Всем до встречи в следующем видео.